Всем привет, с вами Иннокентий. В сегодняшнем видео я вас научу, как правильно использовать окружение и объекты для того, чтобы быстро занять позицию или быстрее добраться до точки. Данные методы помогут вам быстрее занять позицию для защиты союзников от вражеского огня, пока те будут делать точку, или же для того, чтобы застать врасплох противника, который будет сидеть на этих позициях, но не будет ожидать ваш раш с данного места или укрытия. Многие после просмотра могут сказать: «Ха, я так на каждой миссии делаю». Что ж, поздравляю тебя, но я записал данное видео для того, чтобы большинство узнало, что в игре окружение тоже может решить, выиграешь ты или проиграешь. Думаю, многим данный формат видео понравится и его многие оценят. Итак, начинаем. Это как правильно использовать окружение в ABB Reloaded. Поехали! Ну вот я и показал, как эффектно и эффективно можно использовать окружение в ABB Reloaded. Думаю, данное видео помогло вам понять, что окружение в игре тоже может повлиять на ситуацию в геймплее. Пишите в комментариях свои отзывы, кому что нравится, а кому что не нравится. Я обязательно прислушаюсь и сделаю так, чтобы данный формат видео был респектабельным. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!